жизни. И сейчас я делаю уроки. А задания мне присылают из русской географической школы. А я шлю ответы через WhatsApp. Сейчас доделаю уроки и буду читать комментарии, которые присылали к видео про самый южный антропологический музей мира. Вы просите Лива, их есть у меня. Вот так утром в 11 часов выглядит кормовая каюта, в которой лежат постели из рубки, потому что в рубке спальня. А вон там сушится лекарство из аптечного шкафа, потому что его разбирали и сушат теперь. Потому что все шкафы текут и промокают. Вот у нас окошко. Оно не замерзло, потому что на нем вторые рамы из пищевой пленки. Здесь у нас полотенце, потому что в шкафчике в туалете их держать нельзя. Шкафчик мокнет от конденсата. Поэтому они валяются здесь. Вот подушка лежит на обогревателе, сушится. Электрический обогреватель, две штуки. Один такой, другой вентиляторного типа. Работает в нон-стопе круглые сутки, пока мы стоим на приколе. Вот этими подушками мы закрываем вот этот вот вход на ночь. Вон туда одна подушка стоит вертикально, другая горизонтально. Вот Настя сейчас продемонстрирует, как мы замуровываемся на ночь, чтобы Наська не ушла на прямой эфир. Наська, скажи, куда собираешься? Вот я так у нас становится. Делать прямой эфир в Инстаграме вместе с Наташей Фаденко, которую там образовательный проект. Какой-то, в общем. Погромче говори. И сегодня будет эфир про встречу Федора Конюхова моими глазами. Вот, надеюсь, что всем понравится. И я не буду запинаться. И все время говорить вот. Так, теперь снимаем вот это вот. Ставим на ночь около обогревателя, потому что все это конденсированная влага, она собирается на этих подушках. Вот здесь вот лежит куча всяких пуховиков. Их стало меньше, потому что Наська один взяла и одела. Эта куча пуховиков вот здесь вот вчера, например, примерзла к окну, на котором тоже модные вторые рамы из пищевой пленки. Вот здесь вот сейчас вода, а вчера там была никакая не вода, а вовсе даже снег. Стены вот эти моем, вот так все эстетично выглядит. Все вот это так вот эстетично мокнет. Мокнет ужасным ужасом. Вот здесь вот лежат наши сладкие скетчбуки, тетрадки для рисования и книжка про океанское прибрежное плавание под парусом, потому что я недавно планировала маршрут нашей мега-кругосветки через три великих мыса. Вот эти все книги лежат тут, потому что на полке они мокнут, по стенам течет. Сейчас вы увидите все наш бардак прекрасный. Вот это все прикрыт рюкзак вот этим флагом, который мы сейчас допишем и повесим в яхт-клуб на берегу. Вот этот зайчик был подарочным. Ладе подарил полярник-метеоролог Виталий на антарктической станции Беллинсгаузен. А вот эту штуку, Лада, где тебе кто подарил? Это в музее. Это в музее, про который Лада снимала экскурсию. Сейчас она читает комментарии к ее экскурсии по музею. А тут еще Геннадий Сотников написал. Что? У Лады есть талант быть ей ведущей клуба путешествий. На ТВ она точно будет на расхват. Конечно, когда вернется из кругосветки. У меня внучка тоже Лада, но дальше Черного моря нигде не было. Большущий привет вам из Крыма и удачи. А я отвечаю. Здравствуйте, это Лада. А можно мне с ней пообщаться? Отлично. Мы будем ждать ответ. Я пока еще не все. Вот сейчас, солнышко, вот это на столе. У нас все. И большой ей привет. Давай, большой привет. Чай с лимоном попиваем. Медок, аромалампа, которую Лада называет. Как ты называешь аромалампу? Аэролампа. Аэролампа. Вот эту аэролампу мы зажигаем вот с этим маслом иланг-иланга, когда пасмурные дни, оно поднимает настроение. Вот здесь у нас висят слова, которые по-английски Андрюха хотел запомнить, а мы без перевода так и не запомнили. Здесь у нас вот часы замечательные, посмотрите, даже часы, хотя она находится в самом сухом месте в яхте, и то вот облезают от влажности. Вот это нам подарили друзья в Ушуае, с самого края света термометр. Вот этот вот... Сейчас золотко, карандашики у нас
Откуда? Признавайся. Из музея. Из музея. Так ты скажи мне что-нибудь, телеведущая. Это мы лиф делаем, живой, все как есть. Непрерывный лиф уже... Ой, тихо, папа спит. Папа сегодня до 4 часов занимался выгрузкой видео утра, и поэтому спит. Так, вот этот чайник накрыт полотенцами, чтобы он еще теплый даже. Фотоаппарат тут валяется. Вот Андрюха увидит, прибьет меня, как он тут валяется. Так, тебе, доченька, рюкзачок может свой дать? И телефон. Рюкзачок, сейчас телефон дам. Сейчас. Сейчас вот этот вот 5-минутный лиф, он будет сниматься в нон-стопе и выложится в нон-стопе, видимо. Сейчас я вылю на палубу. Сегодня здесь жара, вчера утром было минус 10. Сегодня 3. А, сегодня минус 3, отлично. А плюс, хай, мой фрио. Сейчас. Вот здесь вот мы стоим. Вот это прекрасное судно «Австралис» встречало Федора Конюхова, мыса Горн. Капитан Бен, наш друг, улетел в свою прекрасную Австралию. Оставил яхту здесь под сугробом на приколе. Вот это вот парусная школа, в которую ходят дети. Вот это вот я сейчас, я опоздаю. Подписывайтесь на мой инстаграм. Наська, короче, сейчас меня убьет, потому что через этот телефон она будет делать прямой эфир. А я делаю лиф, и через него, для канала YouTube нашего, на него тоже подписывайтесь. Потому что наш телефон Андрюха позавчера утопил. И папа нырял его доставать в воду. Сегодня жара и снег растаял на панелях. Сначала их мусорным скребком, совком, да, Андрюха отгребал. А, палуба тоже вся была в снегу. Ты видишь этот убийственный взгляд? Да, я вижу. Сейчас у Наськи будет прямой эфир. Она по четвергам или по пятницам ведет прямые эфиры в образовательном проекте. Я сейчас это покажу. Давай ты перебирайся туда, я тебя сниму с носа. Я вот тут в халате, поэтому я вам показываться не буду. И мне страшно холодно, хотя сегодня плюс 3. Вообще жара африканская. Хотели лива, вот многие хотели лива. Не все, наверное... Я его держу как свою родную папу. Короче, ребят, вот именно в этом месте позавчера был утоплен наш телефон. Именно поэтому я сейчас снимаю на Настю. На Настю, конечно, сейчас прибьет. Вот это дебаркадер, около которого мы стоим. Понтон Микалва называется. С него даже ловят. Если я опоздала, это все из-за нее. Короче, все, она уходит. Но я думаю, 6.51 лива, это же хорошо. Давай перешагивай, я сниму, как ты перешагиваешь и не топишься. Вот так мы здесь и живем. Через неделю будем уходить, между прочим, к мысу Доброй Надежды очень по-тихому. Ну, скажи что-нибудь вдохновляющее. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Дай телефон. Ну все, короче, пока. Ой! Это там, смотри, Роберто разбивает лед на яхте. Роберто, это, между прочим, инструктор парусной школы. Он за этой яхтой приглядывает, на ней сугроб. Сугроб на ней, смотрите, есть, на нашей нету. На нашем растаял, потому что мы топим яхту. А вот на нетопленных яхтах он сейчас под лучами солнца растает, если солнце успеет все это осветить. Все, короче, целую, князь. На этом лиф наш закончен пока, потому что дождь отбирает у меня телефон.